Сегодня Ростов исторический снова приглашает вас на территорию Пролетарского района. Мы уже в разных передачах много раз говорили о том, что раньше наш нынешний Пролетарский район был территорией замечательного и уютного армянского городка Нахичевани-на-Дону. Естественно, по указу Екатерины II был основан здесь город Нахичевань с прилегающими к нему 5 селами. Также, кстати, в этом указе было выделено особенно: повелеваем учредить магистрат и в нем производить суд и расправу по вашим правам и обыкновениям, выбираемыми из вас же по жребию начальниками, коими пользоваться чинами и жалованием по штату Азовской губернии. То есть в Нахичевани все начиналось с такого вот управляющего органа. И сегодня мы не просто так стоим здесь, на площади Свободы, около этого интересного здания. Это здание интересно тем, что вот оно претерпело, конечно, реконструкции, изменения, но по данным многих исследователей, это одно из первых зданий, сохранившихся до сегодняшнего дня, вот, города Нахичевани-на-Дону. Какое было первое здание магистрата, нам неизвестно. Скорее всего, это было некое деревянное здание. Но потом вот это здание, по вот, данным многих исследователей, стало магистратом. Вообще, что переводится, как переводится магистрат? С латинского он переводится как начальствующий. То есть магистраты были во многих европейских городах. И по указу Екатерины Великой этот орган самоуправления появился и в Нахичевани-на-Дону. Это сегодня здание выглядит несколько так блекло, если так можно выразиться. Как обычный жилой дом. Как он и есть, обычный жилой дом. А тогда, вот можно пофантазировать и представить, остались фотографии, был такой портик с четырьмя колоннами, с выносным балконом, то есть вид у этого здания был достаточно величествующий и вот соответствующий, если так можно выразиться, его статусу. Почему? Потому что в магистрате вершилось и самоуправление, и судебные, так сказать, всякие происходили тяжбы и мероприятия, связанные с этим. По воспоминаниям Кели Шагинова, вспомогательные здания магистрата, его подсобные помещения и сам он какое-то время располагались на том месте, где была русская православная церковь Александра Невского. Просто они были снесены за ненадобностью, и там была построена русская церковь Александра Невского, которая, к сожалению, к несчастью, до наших дней не сохранилась. А почему так произошло? Потому что в 1868 году магистрат был упразднен, и была реформа самоуправления в России, и в российских городах были созданы думы, и в 1872 году появилась и в Нахичеване дума. Уже, получается, магистрат потерял свое назначение, да, как здание, как здание, ну? И он принадлежал купцам Гайрабетовым, потом это был как постоялый двор и для извозчиков, располагался в годы гражданской войны краевой армянский музей древности и истории. Создателями этого музея были никто иные, как и Мартирос Сарьян, известный наш земляк-художник. Прежде всего, Ерван Шахазиз, это был выдающийся просветитель своего времени, ректор Нахичеванской духовной семинарии. В работе этого музея очень активное участие принимала и Мариэтта Шагинян, сестрой, и многие другие яркие представители российской, ростовской, нахичеванской интеллигенции. Ну, а мы пока вернемся к самому началу. В магистрате один из главных людей являлся секретарь. Да, вот мне кажется, сейчас как бы секретарь, ну, это может быть помощник, кто-то там, кто ведет какую-то там рукопись, что-то еще, какие-то, да, дела производственные, возможно, дела. Раньше секретарь – это был человек, который был как наместником, то есть был таким ставленником. И, на удивление, в Нахичеванском магистрате секретарь был русский. Дело все в том, что секретарь, должность секретаря была очень значима. И он собой представлял имперскую власть, как можно сказать. Но вот я бы сравнение такое привел. Вот в Советском Союзе были республики. И второй секретарь сюда представлял центральную власть. Вот так можно сказать было и здесь.
И тут был секретарем легендарный человек Филевский, отец Павла Филевского, известного историка и публициста. Он был известный историк, один из первых историков города Таганрога. И вот он оставил очень интересные воспоминания о том времени. В то время Нахичевань был еще совершенно армянским городом. Все русские говорили по-армянски. Это время, когда был учрежден магистрат, когда его отец как раз-таки был здесь секретарем. А некоторые русские так плохо говорили по-русски, что их не всегда можно было понимать. Чиновники магистрата все были русские древние старожилы города. Русская колония жила в одном месте в саду Черчопова, где ныне завод Аксай. Но сейчас, да, это жилой комплекс, там Красный Аксай. В противоположную сторону от Ростова. Отец жил и с русским чиновничеством, которое совершенно не смешивалось с армянами. Прислуга была исключительно русская, прекрасно оплачивалась и была избалована до нельзя, потому что ее было трудно понять. Нанять, да. Дело все в том, что вот это лишний раз подчеркивает воспоминания Филевского, что уже в начале, в середине 19 века в Нахичеване была такая немаленькая русская колония, как тогда говорили. Но очень интересно, как описывает Филевский отношение местных жителей к его отцу, секретарю Нахичеванского магистрата. Он пишет следующее. Накануне больших праздников богатые армяне присылали гостинцы секретарю. Голову сахара, самого дорогого цветочного чая, кусок материи, рису, окорока и прочее. Отец было решительно запротестовал, но скоро увидел, что бороться с этим совершенно невозможно. Тем более, что присылали люди, не имевшие в магистрате никаких тяжб. То есть, ну, казалось бы, вроде не было никакой заинтересованности, но подарки хотели, присылали. Да, хотели уважить тем самым русского начальника. И всегда приходил молодой человек, который приносил эти подарки, ставил и уходил. Это, конечно, шокировало отца, но старожилы ему сказали так. Филевский пишет, потом отец по совету служащих в магистрате махнул рукой и не разговаривал. Вот на эту тему имеется в виду. Они ему сказали, что так от дедов и тут злого умысла нет. А один старый армянин ему сказал, ты нас не серди, душа моя, мы хотим с тобой жить хорошо, жалование у тебя маленькое, а мы рады тебе помочь, зачем брезговать нашим подарком? Вот такие были нравы. Ну, я так понимаю, не только самого секретаря, но и всю семью жаловали с удовольствием, как и всех русских, живших в Нахичеване, принимали когда с душой. И угощали армяне чрезвычайно обильно. Всевозможные сладости то и дело обносили, много танцевали, а больше всего пили вино, водку гораздо менее. В карты на званых вечерах почти не играли. Моя мать часто сердилась на отца, что он приходит с вечеров выпивший, он не оправдывался, но говорил, что у армян иначе бывать нельзя. И чтобы избежать выпивки, надо вовсе не ходить, что он согласен делать, но ему не хочется портить отношения. Помогает понять, как хотели вот местные армяне интегрироваться в жизнь новой родины и как они ее воспринимали, говорят, постановление магистрата за 1812 год. Одним из интереснейших пунктов, прописанных в магистрате Нахичеванском, был такой пункт. В твою обязанность входит тушить повсеместно всевозможные пожары. Говорим, всевозможные пожары, да, это предписание полицмейстеру такое было. Ибо не только от огня происходит пожар. Бывает, что на базаре двое поругаются, начитают перебранку, сквернословят, затем ссора происходит, затем ссора переходит в драку, разбивают друг другу голову. Все это называется огнем, пожаром, который ты обязан тушить. То есть любые ссоры или драки, да, какие-то, старались этого всего избежать. Ну и еще очень трепетно читать постановление магистрата за 1812 год. Во время Отечественной войны, когда Наполеон напал на Россию, магистрат выпускал следующие постановления. Во-первых, запрещалось играть веселую музыку. Вообще веселиться запрещал магистрат жителям Нахичевани. А когда французские войска вошли в Москву, то вышло такое постановление. Магистрат наш видел, что некоторые наглые женщины сами или же их дочери ходят в церковь или в другие места, или же в баню с золотыми украшениями. Несмотря на то, что много раз было предупреждение магистрата, и многие были оштрафованы, и это желает общество наше прекратить временно по причине суровых дней,
Вот негоже ходить в золотых украшениях, когда страна в беде. Когда страна в беде. Но на самом деле это очень трогательно. Это говорит о том, насколько вот был высок патриотический дух у донских армян уже вот в начале 19 века. Нашим небольшим рассказом об этом совершенно небольшом здании с большой историей мы хотим показать, что Нахичевань была и остается таким музеем под открытым небом. Все это очень хотелось бы сохранить в будущем. А Ростов исторический снова будет вас радовать интереснейшими открытиями, новыми передачами.